Добрый день, дорогие наши телезрители, наши уважаемые одиннадцатиклассники. Сегодня мы продолжаем с вами готовиться к единому государственному экзамену. И продолжаем разбирать с вами и анализировать задание номер 8, связанное с грамматическими нормами русского языка. Мы остановились с вами на, такой, на таком виде ошибки, как неправильное построение предложения с деепричастным оборотом для того, чтобы понять, Какая же ошибка может возникать в предложении с деепричастным оборотом, мы с вами вспомним, что такое деепричастие. Деепричастие, так же, как и причастие, это особая форма глагола, самостоятельная часть речи, которая обозначает добавочное действие при основном действии. В структуре этой части речи, в ее основе, тоже заложены Признаки двух частей речи, как это было и у прилагательного. Ой, как и у причастия, извините. Если у причастия мы с вами отметили признаки таких двух частей речи, как глагол и прилагательное, то в основе идеи причастия заложены признаки двух частей речи: это глагола и наречие. Поэтому это часть речи, которая соединяет в себя признаки глагола. А какие глагольные признаки есть у деепричастия? Это вид, это переходность, это возвратность и признаки наречия. Деепричастие, так же как и наречие, это неизменяемая часть речи. Синтаксическая роль у деепричастия такая же, как и у наречия. Почему? Потому что основной вопрос, который мы будем задавать к деепричастному обороту, это вопрос, который мы задаем к наречию. Как? Это вопрос «как?». Вот он у нас обозначен с вами в скобочках. Да? Деепричастие отвечает на вопросы глагола. Что делая? Что сделав? Благодаря вот этим вопросам мы можем с вами определить глагольные признаки деепричастия, да? Причастия, деепричастия. А какие признаки наречия? Вот мы с вами отметили, да, это неизменяемость, вопрос, который мы задаем как к наречию, так и к причастию. Он один. Это вопрос: как. Давайте посмотрим на то, как в предложении и где в предложении может находиться деепричастие. Да? В отличие от причастного оборота, деепричастный оборот практически всегда обособляется. Мы говорим с вами практически всегда обособляется. Да? Почему практически? Потому что тоже существует несколько исключений из правил. И вот первое исключение говорит о том, что э, нельзя э, или не стоит, не следует обособлять э, депричастный оборот, если он стал фразеологизмом. Ну, например, э, в такой фразе э, мальчик бежал по коридору, бежал он как? Сломя голову. Это выражение, сломя голову, стало устойчивым выражением, фразеологизмом, поэтому его обособлять нет никакого смысла. Да? Обособлять его не надо. Или не обособляется деепричастие тогда, когда оно настолько простое, выражено одним словом, да? что его легко заменить наречием. Например, он шел, не торопясь. Вот здесь деепричастие, не торопясь, легко можно это деепричастие заменить наречием. Он шел как, не торопясь, то есть он шел как медленно. Вот в этих случаях причастный оборот не выделяется на письме запятой. Во всех остальных случаях депричастный оборот выделяется запятой или запятыми. И а, вспомните, пожалуйста, а, уважаемые одиннадцатиклассники, если мы говорили с вами, что для обособления причастного оборота очень важно посмотреть на то, где стоит главное слово, к которому относится причастный оборот, то для деепричастного оборота не важно, где стоит главное слово, впереди оборота, позади оборота, он все равно будет обособляться на письме знаками препинания. Обратите внимание на данные предложения. Я смотрел на восходящее солнце Осмотрел я как на это восходящее солнце, не отрывая глаз. Обратите внимание, если к причастному обороту мы вопрос с вами задаем от именной части, от того слова, которое очень часто бывает выражено существительным или местоимением, да, выступает как, как синтаксическая роль этого главного слова, это подлежащее или дополнение. Именно от этого главного слова мы задаем вопрос к причастному обороту. И мы говорили с вами, обязательно необходимо согласование главного слова и окончание причастия. То, где я причастному обороту, мы вопрос будем с вами задавать от сказуемого. Обратите внимание, грамматическая основа в этом предложении выражена данными словами. Кто я? Подлежащее выраженным местоимением. Я что делал? Смотрел. Сказуемое, выраженное глаголом. И вот от этого сказуемого мы с вами задаем вопрос: смотрел, смотрел как, не отрывая глаз. Мы задаем с вами вопрос э, обстоятельства, да, обстоятельственный вопрос: смотрел как, не отрывая глаз. Вот поэтому мы говорим с вами о том, что э, выделяется в предложении обособленное обстоятельство. Обособленное мы с вами сказали. Это значит выделенное. Обособить значит выделить. Почему обстоятельства? Потому что это выражение, не отрывая глаз, выражено обстоятельством. Отвечает на вопрос «как?». Я смотрел «как?», не отрывая глаз. Обратите внимание, мы сказали с вами, что деепричастие – это неизменяемая часть речи. Суффикс в деепричастие последний суффикс это суффикс я в данном случае это суффикс всегда самого деепричастия. а тот суффикс, который предшествует ему в данном случае это суффикс а, это суффикс глагола. вот поэтому в деепричастии сильны признаки глагола да? но еще раз повторяю это неизменяемая часть речи значит так же как и в наречии в деепричастии никогда не может быть окончания. И вот это главное отличие причастного оборота а деепричастного оборота еще обратим внимание на такое предложение она ушла задаем вопрос она ушла как не закрыв за собой дверь деепричастный оборот выражен следующим э, сочетанием не закрыв за собой дверь видим с вами грамматическая основа она подлежащая выраженная местоимением она что сделала ушла сказуемое, выраженная глаголом. И именно от этого глагола мы с вами задаем вопрос. Она ушла как? Не закрыв за собой дверь. В третьем предложении мы с вами видим, что деепричастный оборот стоит в серединке предложения, в середине. И главное слово, обратите внимание, находится после деепричастного оборота. И это не мешает ему, тем не менее, считаться обособленным обстоятельством. Грамматическая основа этого предложения: мальчик нашел. Задаем вопрос: мальчик нашел огромное количество вещей. Как он их нашел? Да? А когда он их нашел? Убирая в своей комнате. Можно обратить внимание и на последующие предложения. Везде гиперчастные обороты выражены, выделены красным цветом. Так. Какие же ошибки возникают у нас в предложениях с дейпричастным оборотом? Уважаемые одиннадцатиклассники, посмотрите, пожалуйста, на это предложение. Подъезжая к станции, с меня слетела шляпа. Согласитесь, очень трудно понять, кто подъезжал к станции. Следовательно, деепричастие выражает действие того же подлежащего, что и глагол сказуемое. И при том это действие должно быть активное. Мы с вами сказали, что деепричастие это добавочное действие при основном. Да? И обязательно в предложении подлежащее должно быть направлено на смысловую организацию. Да? И депричастие должно, должно выражать действие этого подлежащего. Посмотрите, пожалуйста, внимание на второе предложение. Дорогая любовь Ивановна. Уходя на заслуженный отдых, администрация больницы желает вам всего наилучшего. Опять возникает ситуация очень непонятная: нам не ясно, кто же уходит на заслуженный отдых или дорогая Любовь Ивановна, или администрация. Вот судя по построению этого предложения, администрация уходит на заслуженный отдых, поскольку это слово является подлежащим. Вы понимаете, что так строить предложение. Осложненное деепричастным оборотом, конечно, нельзя. Как основное, так и добавочное действие должны выполняться одним и тем же лицом. Обратите внимание, сбросив котонку с плеч, в данном случае это деепричастный оборот, Ленька положил на нее голову. Найдем с вами грамматическую основу этого предложения. Ленька положил. Задаем вопрос: положил Ленька? как да? на нее голову, сбросив котомку с плеч. Обратите внимание, подлежащее связано с основным действием глагола. Понятно, кто положил Ленька и кто сбросил эту котомку с плеч, тоже понятно. Это Ленька. Следовательно, нельзя употреблять деепричастный оборот, если действие, выраженное сказуемым, и действия, выраженные причастием, относятся к разным лицам или к разным, предмет... к разным предметам. Обратите внимание на данное предложение. Изучая историю, есть возможность гордиться ее прошлым. Нам непонятно, кто изучает историю и кто будет гордиться ее прошлым. Как должен быть э, правильный вариант предложения представлен? Изучая историю, мы имеем возможность мы имеем возможность гордиться ее прошлым. Мы имеем возможность гордиться, и мы же изучаем историю. Внимание! Употребление деепричастного оборота возможно в безличном предложении, сказуемое в котором выражено неопределенной формой глагола. Обратите внимание на данное предложение. Вставляя пропущенные буквы, что надо делать? Надо вспоминать соответствующие правила. Это тоже норма э, употребления верное депричастного оборота. Итак, обратите внимание, какой же алгоритм нашего рассуждения? Что нам нужно сделать э, в первую очередь, работая и с причастным оборотом, и с деепричастным? Мы должны с вами обязательно выделить грамматическую основу предложения. Мы ее с вами должны хорошо видеть. Второе. Определите, может ли найденное подлежащее выполнять дополнительное действие обозначенное деепричастием. И третье. Если найденное вами подлежащее выполняет основное действие, названное глаголом сказуемым и деепричастием, значит вы нашли правильный ответ. Вот такие виды ошибок допускают, к сожалению, в предложениях, в которых встречается деепричастный оборот.